Какие страны Украина считает своими друзьями? Офис президента Украины назвал страны, которые считаются главными друзьями. Это США, Канада, Литва, Польша, Турция, а также те страны, с которыми Украина строит стратегическое партнерство, заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в интервью на YouTube-канале «Европейская правда». Безусловно, построение дружественных отношений с соседями всегда приоритет для каждой страны. С точки зрения дипломатии, Венгрия – важный наш партнер в Европейском Союзе, сосед и страна НАТО. Поэтому очень важная страна для нас, заявил Сибига.